Руслан Кухарук активно включился в работу. Сегодня в Ханты-Мансийске в Рио губернатора посещал филиал фонда «Защитники Отечества» и Центр патриотов России, единственный в стране, где учтены все требования Министерства обороны и предложения самих контрактников. Мой коллега Дмитрий Пришвицын находится на прямой связи со студией и расскажет подробности. Дима, тебе слово. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук познакомился сегодня с работой регионального филиала Фонда защитников Отечества. Он появился по поручению президента Владимира Путина. Фонд оказывает всю необходимую поддержку для ветеранов СВО, а также для их семей. Затем Руслан Кухарук посетил Центр патриотов России. Это единственный в стране пункт отбора на военную службу по контракту, который работает в режиме одного окна. Насколько было сложно там, собрать документы? Или сейчас только первый раз пришли, еще только сейчас узнаете, что нужно необходимо? Нет, я уже все собрал, уже все нормально. Нет, ничего не сложного нет. Завтра уже планируется на отправку. У нас завтра будет отправка, он убывает. Вот. Там уже? Да, там воинская часть его ожидает. Александр, спасибо вам большое. Вам удачи. И вам. Да. Идем с победой. И вам на посту хороших. Да. Спасибо большое. Здесь претенденты могут с комфортом и быстро пройти все этапы, связанные с заключением контракта на военную службу, от подачи заявления, прохождения медкомиссии и подписания контракта до получения снаряжения и отправки в воинскую часть. Особенность пункта еще и в том, что в день здесь могут принять до 60 человек. Кроме того, заключить контракт приезжают в Югру не только со всей страны, но и из-за рубежа. Пункт отбора работает в штатном режиме 24/7. К нам круглосуточно могут приезжать кандидаты для поступления на военную службу по контракту. К нам приезжают как с России граждане, так и из-за рубежа иностранцы. Были даже и американцы. Сегодня действительно все говорят о том, что это один из самых лучших пунктов отбора. Здесь организована удобная логистика. Самое главное, все то, что здесь есть, сосредоточено в одном месте. Люди, принявшие решение о том, что хотят защищать Родину, заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, в одном месте могут получить полную информацию, пройти медицинскую комиссию и в довольно-таки оперативные сжатые сроки все необходимые документации будут оформлены, занесены в базу и подготовлен человек к комплектованию. На этом у меня пока все. Передаю слово студии. Спасибо, Дмитрий. А мы продолжим работать по повестке временно исполняющего обязанности губернатора.